Всех приветствую на канале Дороги Михаила Лышин. Приглашаю прокатиться по дорогам Саратовской области, А-298, Татищевский район и Аткарский. Направление на Тамбов. Кто смотрел предыдущие сюжеты, 30 апреля 2024 года выехали из Саратова. Едем, проехали Сокольский тракт, скат, выехали на А-298, дорогу в сторону Тамбова, Ртищева. Вот следующий сюжет, вот этот уже Татищевский и Аткарский район, но не до конца. Следующий будет чуть-чуть Аткарский, Екатериновский, Ртищевский, до поворота на Балашов или на Аркадак. Сюжеты от этого дня показываю, разделил. Едем в деревню Ильмень Аркадакского района, где родился мой тесть, посмотреть, как там стало. Как было, я не помню. Везу жену, та будет смотреть и вспоминать свое детство, где она к бабушке приезжала. Так что заедем потом в Аркадак и турки еще покажу. За вот 30 апреля мы так прокатились. Такой был день. Плюс 8 с утра и до плюс 20 потом разогрелось. И как говорил, что это день обмена, возврату не подлежит, исторические кадры, этот день уже не вернется. И, как всегда, говорю, ютубер, ютубе, в Яндексе выкладываю данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, где кому как удобно, все как обычно. Также есть в описании сюжета ссылочка для донатов. Благодарю всех за поддержку, больше присылайте, дальше буду ездить, больше буду показывать. Но и опять же о том, что это все будет, когда вы будете смотреть, конечно, какие-то ситуации на дороге будут меняться. Особенно вот в Татищевском районе, уж пардон, что-то заговорился. Вот, ремонт и в Аткарском. Мы даже обратно уже ехали в этот же день, уже там меняют дорожное полотно. Вот отсюда начинается, я так понимаю, где развязка. И вот дорогу ремонтируют, имейте это в виду, чтобы не говорили, что я вам это не показывал. Так что еще раз говорю, показываю то, что еду, вижу сам и вам показываю. Да, показываю в ускоренном режиме просмотра, чтобы не занимать ваше время, и вот и разделил как раз эту трассу на несколько сюжетов, чтобы ваше действительно время не занимать. Итак, этот сюжет, конечно, 24 минуты, но тяжеловатенько смотреть для тех, кто не любит кататься на машине, и для тех, кто не любит дорогу. А так вот продолжаем движение, сейчас увидите, где будет срез дорожного полотна, и начнется шум. Просто вот эта ребристость дороги и вот этот шум, конечно, маленько он тяжеловат. Но опять же, где потом уже положили асфальт, едешь, тишина и спокойствие. Это же делается для нас, для автомобилистов, так что можно потерпеть. Тем более, даже где срез этого асфальтного покрытия, там, вот он начался, там нет ям. Можно ехать спокойно и как бы не бояться. Да, также сразу предупреждаю, знаки есть, что ведет видеофотофиксация. Так что будьте внимательны, когда будете ехать, и все будет у вас замечательно. Вот Татищеву проехали, чтобы вам не мешать наслаждаться дорогой. Не буду ничего говорить. Смотрите, какие у нас здесь красоты, какие виды, какие дороги. Смотрим.
Thank you.
Ну вот, проехали и Татищево проехали, и Аткарск. Я к тому, что не заехал в эти районные центры. Свою копилочку пока их не положил и вам пока не показал. Заехали Турки и Аркадак. Ну тоже вот, проехали где-то 570 км в день мы накатали. Так что я на следующие свои планы Ртищево, Екатериновка, Аткарск, Татищево проеду обязательно еще раз. Ну, наверное, уже не в этот раз, потому что дорогу ремонтируют, и теперь знаю, как это проехать здесь. Также у меня будет параллельная, там еще дорога идет на Балашов. Не были в Калининске, не были в Самойловке, Балашов не показываю, Романов. В общем, мне осталось, я посмотрел, 20 районных центров проехать по Саратовской области, чтобы свое желание закрыть. Ну, на этом заканчиваю сюжет. Благодарю всех за просмотр. Это все Аткарский район. Я напоминаю, что следующий будет начинаться, с чего заканчивается. То есть Аткарский район чуть-чуть, потом Екатериновский и Ртищевский район. Благодарю всех за просмотр еще раз. Берегите себя, не болейте, оставайтесь со мной. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.